В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана в честь 79-летия Великой Победы открылась выставка под названием «Герой всегда в почете». Экспозиция, посвященная подвигу туркменского народа на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, уже с первых шагов погружает посетителей в атмосферу того героического времени. Элёте Сергейнинг довамында 1941-1945 жылларда туркмен халкының шол сөгүшө катнашып көркөзөн эдерменликлери бар адам кийинчерээк сөгүштөргө чыгарылды. Шол сөгүштө туркмен халкы бейлиги доогондук халклары менен бир катарда өзүнүн мерданалыгы, мертлиги менен шол сөгүштө биздин ата-баба педерлерибиз ватан сөгүшүнүн белен нускасын көрсөттү. На видном месте у входа на выставку расположился ковер с вышитым портретом деда президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, героя Советского Союза Бердымухамеда Анаева. Героизм Бердымухамеда Анаева, проявленный в боях Великой Отечественной войны, является для нас высшим образцом патриотизма, самоотверженности и преданности Родине, подчеркнули организаторы выставки. Одним из самых ценных экспонатов выставки является небольшой сборник стихотворений великого туркменского поэта-мыслителя Махтумкули Эфраги. У этого необычного экспоната интересная история, которая и позволила ему занять свое почетное место в фондах музея и экспонироваться на выставках, посвященных Дню Победы. В 1942 году 18-летний юноша, младший лейтенант Сейтния Затаев, взял с собой на фронт этот сборник стихотворений. В одном из ожесточенных боев воин обнаружил на книге след от пули, поняв, что любимый томик стихов Махтумкули спас его от неминуемой гибели. Уршо, бүрүн 80 миң адам бул Туркменстандын 10 көтөрм адамы, 10 көтөрм адам эркек киштен киден болсо, анын эми адам карлыкан. Урушун биринчи күнүнөн башка 40-жылы эле чейин туркмен халкынын аял кыйызлары, зеналары өзүнүн кызылдан, күмүштөн, шайкептеринен 7 тоннан кооруак, ягъни 8 тонна колойну дөүлөт кулугуна тапшырдылар. Шоо даттары еңше чийнеттилер. Элбетте ондон башка да ар бир адамдын өз казанжынан эден сууготлору берин заттары бар. Мисалы үчүн Душок обосунан Лаллыкан деп бир колхозчу өзүнүн өз пулуна бир танк жасады. Шол танкка да Лаллыкандын атта кылып, шол танк ам өзү берлигине бар. Нускасын үч так ийбертип бир жаңы музейде ошону көрдүк бегендик. Калы берсе да туркмен халкынын эден көмөгү, туркмен халкынын урушка катнашы каты бир айгытыл сөгүшлөрдө өзүнүн кахрыманлыгын көрсөтүптүр.